Пошла. Запись пошла, пацаны, запись пошла. Это Easy Drop, и всем привет. Какая нахуй запись? Че, ебанулся? Запись-то пошла. Открываем кейс на Easy Drop. Что? Прикинь, путешественник, парни, упал. Да хуевственник, давай. Девственник, давай. Слышь, девственник, какой будем? О, подожди. 500 рублей. Могу еще что закинуть? Нож. Че? Нож. Какой нож? Я за тебя святую воду попил. Нож. Какой нож? Нож вот этот? Да, да. Ты кого бьёт? Давай. Сахар подожди. Нам не простит. Сахар, помилуй сахара. Это подожди. Это его сайт? Да? Кто не знал? Скинь его, скинь этот его, этот ВК, я ему напишу. Чтобы тебя подкрутил. Да, да, да. А ВП, подожди. Какой, да пошёл нахуй. Какой такой вот кейс? Крэп не достоин даже моей слюны, блядь. Да. Он бухает, наверное, как всегда, и хавает. Кефир опять, понимаешь, наверное. Кулички хавает с кефиром. С кефирчиком, с куличиком, с кефирчиком. Такой, оу, пацаны, я забыл. Давай другой кейс. Он забыл, короче, наверное. Такой кейс открываем. Гамма кейс. Нет, он стоит 200 рублей, много. Давай какой из этих. Давай он с 99. Какой? Я вчера... Гебу говорю, чтобы он Shadow? Подкрутил тебя. Говно, баланда, фу. Смотри, какой USB. Да, вот просто смотри. Я вот баланда. Смотри. Смотри, я просто ставлю. Вот давай, любой кейс, давай, открывай. Будь здоров, смотри. Нет, подожди, вот знаешь, что выпадет? Давай, что выпадет? Черпотреб выпадет, смотри. Ну, вот, не, подожди. Открываю, допустим, фальшон. Подожди. Смотри, вот смотри. Смотри, выпади, знаешь что? Петух. Петух! Вот этот, да? Вот этот. Да, петух. Уверен. Все? Я экстрасенс 2005 года. Я экстрасенс 2005 года. Я вместе с Вангой жил в Великой Отечественной войне. Ты что не знал? Короче, мы гоним, нет? Да и пойдем. Все? Че, блядь? Go? Да. Go, пацаны! Твою мать. Это, короче, уй, КГ! Петух, нож пролетел, питу, еще нож пролетел. Все, КГ. Вот наебала меня Ванга, вот. Вот смотри, как она обещала, будет конец света. Да, это конец. Все? Сегодня будет, не, а ну... Скрич. Нет, давай какой-нибудь еще кейс. Давай? Смотри. Не, другой баланс. Фу, вверх. Да. Хром? Смотри, подожди. Я ставлю, знаешь, что? Я ставлю, короче, на этот. Смотри, короче. 10 рублей ставлю, то, что тебе выпадет. Знаешь, что? Подожди, Выпадет тебе. Блять, что ж тебе выпадет, нахуй? Блять, СЗшка. Да-да. СЗшка. Да. Молимся Гейбу. Да пошёл нахуй. Пошёл, сука. Ой-ё. Давай. СЗ, хочу СЗ, давай. Да. Что я следовал ожидать? Продавай! Да. Смотри. Слышь, что за это? Ну-ка, подожди. Это, подожди, нет, какие-то проблемы. Подожди. Гейб, что-то не подходит, подожди. Надо обновить сайт, надо. Да не, надо позвонить Гейбу, подожди, сейчас позвони. Давай, звони. Блять, тебя на громкую дорогу. Может, М-ку случайно? Подожди. Як? Гейб должен взять трубку. Сейчас. Подожди. Случайно ОП. Лол. Сейчас. Одна баланда падает. Подожди. Как всегда мне. Че, возьмет Гейб трубку? Как вы думаете? Ставки. Вариант А. Хуй. Вариант Б. Хуй. Вариант С. Хуй. Хэ. И вариант Гейб В? Трубку не берет. Ну, выбирайте ответ. Ну что, он все равно трубку не возьмет. Это Гейб. У него очередь за кефиром. Каждый день с утра. Да. По московскому времени. За кефиром он стоит? Не, ну смотри. Не берет. За кефиром, блин. Что ты несешь? Че, как? Не берет Гейб трубку. Какой тебе? Я ему написал, чтобы он тебя подкрыл. Че, этот откроем? Подожди, мы хотим за него сидеть, правильно? За него сидеть рублей выпадает шлак, обычно всегда. Смотри, мы хотим... Да, вот это, да, смотри. Ой, баланда какая-то. Баланда, да. Гамма 2, мы только что открывали.
Револьверный кейс, баланда. Давай ты выбирай какой-нибудь. Револьверный кейс, баланда. А это он есть, что ли? Лол. Shadow кейс. Давай Shadow кейс. Давай, только подожди. Знаешь, что выпадет? Подожди. Тебе выпадет, короче... Тебе вот выпадет... Вот такая вот хрень, по-любому. Ты ставишь на гэнгста, а я ставлю на... Я ставлю на гэнгста, да. Я ставлю на ФАМАС. Все, поехали. Погнали. Аллах Уатбар. Помогись. Бар-бар-бар. Ёб твою. Ну, как всегда, баланда, ну ёб. И не ты не угадаю. Вы продавай, ты чё? 36 рублей толку от него. Потом я сейчас продам. Продай. 99 рублей, баланда на 99 рублей, надо подвести. Боже, что ж за баланда на падает? Боже, мама, мама. Что это такое? Почему? Чё, вот это откроем? easydrop.ru, не заходи туда. Открываем? На баланда. Я жму? Давай, ну там... Стой! Я упадаю, короче, тебе выпадет, знаешь что? Тебе выпадет этот, муха, смотри. Муха, муха. Кайман. Да! Я купился в первый раз в жизни, пацаны. Отвечаю, в первый раз в жизни я купил кейс. Как репорт кинуть в этом скайпе? В первый раз в жизни я купил кейс. Твою мать. Стой, говорю, уже это просто что-то. А как тебе... Вот повезло тебе, в скайпе нельзя читы кинуть. Где? 144. Продай, дядя, продай. Не-не-не, я лучше оставлю его, слышь? Ну его в задницу. Никит, иди в баню. 144. Давай вот этот. Ну давай, чтоб тебе... Азимов АВП, давай. Фангую, Азимов АВП выпадет. Смотри. Просто смотри, тебе просто USP тебе выпадает, и все, и ты просто идешь вангуем домой. Сегодня мы с тобой вангуем, давай. Твою... 84 рубля? Твою, ну нафига он мне нужен, этот хамелеон? Ну пусть будет, хрен с ним. Продавай, хуй тут. 40. Продай. Подожди, 45. Может, что же 45 можно открыть? Ничего, продай. Как проститутку на вокзале, продай, да. Продал. Этот продаем. Продал. Все. 136. Подожди. 136. Думай, некий. Самый верх. Делай, ну-ка. 228. Это да. 136. Твою мать. Давай какой-нибудь ствол. А? Ствол? Дигл. Дигл. Блядь. Вот этот хочу. Вот этот дигл хочу. Этот дигл я повешусь, шучу, нет. Тебе выпадет, знаешь, какой дигл? Этот, короче. Не-не-не. Как его? Во, метеорит, во. Все. Давай, поехали. Ой, ё-моё. Лавэ хамутится, да? Лавэ хамутится, кейсы крутятся, ёпта. Метеорит. Городская щебень. Опять рублей. Боже. А давай. Что ты со мной делаешь, Гейб? 61, блядь. Давай не будем, а? 61. Покупай сахар, отвечай 228, мои больники. 61, говоришь? Давай чем-то да. У тебя ничего не выпадет здесь. Вот 49. Инферно. Коллекция Инферно. Фу. 61 у нас, да? Да. А чё, не знаю. Только остается коллекция Инферно. Можно вот этот открыть, конечно. Ну-ка, за 29, что там есть? Чё? Что-то есть, да. Не только, единственное. Тебе выпадет баланда, честно сказать. Тебе выпадет, если ты не задашь... 61 чё? Рубль. Смотри, что, реально нет ничего за 61? 39 армейская, может. 139. Ах, тебе это армейская. Ну, давай 60... тогда открываем. Надо 228. Давай, короче, смотри. Заходим. 228. Вот USP. Это статья такая... 125 рублей. Это мы забираем. 87 рублей. 87? Да. 8800. 5-5-5-3-5-3-5. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. За 87 какой-то можно, да? Вот какой-то из них. Чё ты хочешь? Дигл мы открывали. USP так? Лучше, конечно. USP-шку? Да. Давай. Молимся Гейбу. Ай, подожди. Да пошел нахуй. В смысле, блядь, Гейб? Я так думал. Я, блядь, ему кефир даю каждое утро, он ничего не дает. Подожди, я не пойму. Сейчас, знаешь, что выпадет? Тебе выпадет, короче, камуфляж USP, он, а да. А я думаю, выпадет мне вот эта хрень. А нет, я думаю, страж. Открываем, да? Я на страж, да. Все, на страж ставлю. Все деньги, которые у меня есть. Решает. Давай. Минут молчания. Что?
Что это такое? Просто баллада. Все, пацаны. 228 стоит за донь. 228 за донь. Если видео понравилось. 228. Ставьте лайки. Все. Слышишь, за донь, реально за донь. Нет, сам донать мне, короче. За донь, я тебе 8 рублей добавлю. Может, ты мне донатить, короче. Я оставлю ссылку в описании. За донь, слышишь, за донь.